дорогие зрители, мы сегодня с вами поговорим об интересном феномене, который называется изменение климата. Вы все слышали об этом. Научный мир отвечает проведением семинаров, экоактивисты обливают супом шедевры, то есть все борются как могут изо всех сил с глобальным потеплением. Но мы сейчас с вами поговорим о каком аспекте? Не об Причинах этого явления не о том, есть оно вообще или нет. Да? Мы поговорим не о каких-то проблемах со здоровьем, которые у людей возникают, а мы поговорим о том, как реагирует природа, наша сибирская природа, на э, климатические изменения. А я поскольку энтомолог, вот, я буду в первую очередь примеры вам приводить разные из мира насекомых, ну и различных, так сказать, других тварей, которые похожи на них, да, некоторые путают там пауков и насекомых, допустим, ну, из разных вот сфер жизни маленького вот этого мира. Вы знаете, постоянно вот обращаются к нам, вот, к специалистам азалтайского университета, к биологам, вот там то люди калибри увидят, понимаете, померещилось им, то, значит, они встречаются с какими-то там страшными, угрожающими существами, то вот богомолы напали, то еще что-то. И вот об этом мы, собственно, с вами и поговорим. То есть мы возьмем за аксиому, что потепление есть. Да? И, соответственно, природа и маленький вот этот мир, шестиногий, восьминогий и более ногий, да, он на нее реагирует. Реагирует на нее разными способами, да, разные есть варианты. Первый очень распространенный вариант – это расширение места обитания э, того или иного объекта. Ну, то есть расширение ареала, если более научным языком говорить. То есть, к примеру, э, вид какой-то был распространен насекомого в Казахстане, да, ну, в более южных регионах. Вот, а в связи с глобальным потеплением, да, он расширяет свой ареал и постепенно, постепенно, так сказать, идет э и продвигается. Ну вот, допустим, я вам такой пример приведу. Есть такая, допустим, бабочка, переливница большая, очень приметная бабочка. И она за последние 30 лет продвинулась из более теплых регионов Европы в Сибирь почти на 1700 километров. То есть за 30 лет вот она преодолела такое огромное расстояние. Появились на Алтае очень крупные такие интересные бабочки, допустим, как вьюнковый бражник, который тоже более южная фауна, она обычно в более южных регионах, но теперь она у нас встречается. Если говорить о каких-то объектах менее приятных, чем бабочки, это паук-каракурт, черная вдова, который называется. Он действительно опасен, он живет в брошенных норах грызунов, в такой, знаете, степной глинистой почве, да, иногда на стенах глинобитных зданий. И действительно, вот каракурт он представляет серьезную угрозу и для сельскохозяйственных животных, да, и для человека. То есть здесь, конечно, надо быть очень аккуратным при встрече с каракуртом, не трогать его, вот, а при укусе, конечно, обращаться сразу же к врачу, потому что это действительно опасная история. То есть первый момент, да, мы уже определились, это расширение климата. Второй момент, это то, что произ... происходит дисбаланс между э, численностью видов влаголюбивых и тех, которые приурочены к каким-то сухим местообитаниям, потому что Потепление климата оно вызывает такую совершенно разную амбивалентную реакцию. Вот представим себе э, западносибирскую равнину, да? ну, Сибирь, и две огромных реки, которые почти параллельно да, в меридиональном направлении расположены: это Обь и э, Енисей, допустим, да? дальше там Лена идет, но не будем более восточные регионы брать. Что происходит? Вот в междуречии, да, там, где нет большого количества водоемов, там происходит ну как бы сказать, более сухо становятся, да? меньше осадков и, соответственно, более такие виды сухолюбивые, они вытесняют влаголюбивые виды. Это один момент. А с другой стороны, из-за того, что при глобальном потеплении гораздо мощнее тают ледники, и вот коренная вода, которая идет с ледников Алтая, Саян, да, там гор, которые питают, собственно, опии и нисей, приводят к паводковой ситуации, и, соответственно, больше заболачивается вокруг рек, и как раз виды и вроде как э, парадоксальные, и склонные к более влажным местообитаниям, они тоже увеличиваются в численности. Мы все с этим столкнулись с вами, допустим, в этом году, да и вот вы обратили внимание, какие последние тяжелые годы в плане мошки, в плане комария, это, конечно, ну просто э, катастрофа. Еще следующий момент, и он тоже важный, это то, что из-за иссушения, допустим, в степных регионах уменьшается кормовая база для разных видов, которые питаются, ну скажем так, травой, да, по-русски говоря. Это касается и копытных, и грузунов, но вот, допустим, это касается и разных вредных видов саранчевых которые раньше были более широко распространены, скажем, тоже в среднеазиатских регионах, да, вот, ну, более в южных, чем мы живем. Но сейчас им кормовой базы не хватает. С одной стороны, они вспышку численности дают из-за тепла, а с другой стороны им еды не хватает, и они, как бы сказать, стремятся ее найти и расширяются более широко на север. То есть, соответственно, мы можем прогнозировать, что вот эти вспышки саранчевых тяжелые для сельского хозяйства нашего, они могут, так сказать, появляться все чаще и чаще. Следующий момент, ну такой, знаете, имеет больше такой косметический э, характер, это то, что э, может увеличиваться число поколений тех или иных видов насекомых. Ну вот, к примеру, у нас большинство видов насекомых, они либо моновальтинны, то есть одно поколение дают за теплый период, да, либо бивольтинные, то есть два. Но есть и поливольтинные, которые более двух дают. Ну вот вы знаете, в Западной Сибири из бабочек, ну, наверное, только ну, один-два вида, которые три поколения давали. А сейчас, э -э, и уже этому есть подтверждение, может, я думаю, и четвертое поколение, как в Средней Азии, появляться. То есть вы знаете, какие теплые стоят, даже жаркие октябрь иногда. Сейчас мы, конечно, пока не видим сегодня, да, но октябри очень тепло и, возможно, даже выход у некоторых видов четвертого поколения. Это, ну, как бы сказать, какого-то хозяйственного значения не имеет, но это тоже биологический факт, о котором надо сказать. Еще один важный момент – это то, что изменяется фенология. Соответственно, первые насекомые будут появляться раньше, мухи там, бабочки весенние, да, они будут появляться, уже могут там, я не знаю, в марте, да, там я не знаю, даже в конце февраля при оттепелях мощных и, соответственно, уходить на покой а, тоже позже. Соответственно, мы будем вот эту активность насекомых видеть более длительный срок, чем, ну, как бы сказать, мы привыкли, да, биологи. Но это тоже момент, который, ну, скажем, хозяйственное какое-то значение особого не имеет. Ну и еще один важный момент – это выживаемость теплолюбивых видов. Ну, здесь есть два, как бы сказать, вот в рамках этой опции есть два варианта. Первый вариант это когда вид был распространен на нашей территории, но имел крайне низкую численность. Ну, классический пример это богомол. Вот сейчас все фотографируют богомола, в паблике выкладывают, вот он богомол, южный гость, ничего подобного. Этот южный гость уже больше ста лет отмечается на территории Алтайского края, просто он крайне редок был, понимаете, крайне редок. А в последние годы в степных районах, вот в Кулундинской, скажем, зоне, да, это вот взять там Угловский, Михайловский, Волчихинский район, Ключевской в массе стал появляться. А сейчас он в массе появляется и у нас, и в Барнауле, и люди его там на дачах, и в городе, у нас там на стене университета его проректор, понимаете, поймала. Вот. Ну, то есть удивление это не должно вызывать, тем более это насекомое. Такое с одной стороны у него милое такое, да, с другой стороны безвредное абсолютно, поэтому бояться его не надо и это в принципе будет абсолютно нормальный объект нашей фауны, да, это вот такой момент, первая как бы опция, да, это то, что было редко, стало нередким и а, есть вариант, когда какие-то виды инвазивные ну то есть занесенные, ну, классический пример колорадский жук, допустим, да, но в последнее время число инвазий увеличивается в связи с глобализацией, с транспортом, то есть когда происходит какой-то занос, ну допустим, из, к примеру, Дальнего Востока, там из Китая, из Кореи, из Приморского края, допустим, какой-то вид вредителя потенциального, допустим, завезли на Кавказ. Ну, допустим, самшитовая огневка, классический пример. И представьте себе ситуацию, да, вот эти, как сказать, мигранты, да, которые появляются в нашей фауне, вот, они не имеют же здесь самый главный момент естественных врагов, потому что у себя на месте, на месте своего места обитания, у них есть жесткий контроль над их численностью. Это вирусы, бактерии специфические, грибки, которые их там, знаете, уничтожают, всякие специфические виды хищников, паразитов, которые именно на них, как говорят сейчас, заточены, да, здесь, оказавшись, ну, как бы сказать, в другой среде, естественных врагов нет, и чувствуют себя эти виды инвайдеры, как их называют, прекрасно. Примеров таких полно, и среди растений очень много у нас вот кафедра ботаники допустим Марина Михайловна Силантьева занимается так сказать этими вопросами вот в, в плане насекомых тоже огромное количество такого рода примеров допустим даже вот приведу такой ну это нейтральный вид он не является там вредным каким-то у нас, так есть несколько школьников, которые увлекаются энтомологией. и вот один из э, моих вот молодых коллег, надеюсь, наш будущий студент, вот Тимофей Залудский, он поймал новый новое не просто вид, а новое семейство для фауны Сибири. Это удивительный такой мелкий сверчок, который живет внутри муравейников и вместе с муравьями, так сказать не побоюсь этого слова, сожительствует, да, как-то там с ними дружит, общается с этими муравьями, вот, который никогда в Сибири не отмечался, вот, не встречался восточнее там, Краснодара, допустим, да, если про Россию говорить. И тут оказался, вот, пожалуйста, в Барнауле, в садоводстве. Вот, и в этом году находка эта повторена, значит, ну, как говорится, прижился, будет здесь теперь и находиться. Но это нормальный такой, как сказать, объект, от которого ну, на 99% никакого, ну скажем там, вреда какого-то, да, там опасности какой-то, конечно, не будет. Просто это интересный момент изменения нашей э, сибирской фауны. Вот, Ну и в завершение, что я хочу сказать: что фауна меняется. Конечно, придется с точки зрения контроля каких-то видов, которые хозяйственное значение имеют, принимать какие-то решения, вплоть до того, что, может быть, в ближайшее время даже формировать какую-то противосаранчевую службу, понимаете? Но я здесь не буду заниматься прогнозами, так сказать, навевать какие-то тревоги излишние, но понимать, что фауна динамична, она меняется, Понимаете, границы государственные и вот эта координатная сетка, да, там меридианы, широты, да, она существует только для человека. А естественная среда, территория, ареала для животных, для насекомых ⁇ это территория, где они используют любой шанс, чтобы расселиться, размножиться, занять новые какие-то территории, ну, короче, провести ту или иную экспансию. Поэтому понятно, что новых гостей на нашей территории будет много, бояться этого не надо, просто надо в этом разбираться и принимать правильные решения.